Опять старые знакомые, опять Спарта энд Кей. Значит, будет противостояние. Да что там противостояние? Битва и никаких компромиссов. Даже несмотря на то, что видновчанки в этом сезоне значительно, так сказать, омолодились. Тем не менее, лисицы стартовали на правах более сильного. Сандрин Груда задала соответствующий тон рисунку игры. Но краски хозяек гостям пришлись не по вкусу, и красно-черные пошли вперед. Весело пошли. 16-5 в их пользу на небольшом временном отрезке. Вот дают девчонки. У нас был хороший старт, первая четверть, которую мы выиграли и вели 11 очков. После перерыва, когда игроки восстановили свои силы, мы снова неплохо сыграли. Эту игру мы рассматривали как часть подготовки к предстоящему поединку Евролиги с Вислой. К сожалению, мы еще не совсем готовы, и у нас нет полного взаимопонимания. Спору нет. У лисиц не все получалось в защите, да и нападение оставляло желать лучшего. Но маэстро Олаф вовремя вносит коррективы, и ситуация на паркете резко меняется. С появлением на площадке Ольги Артешиной и Татьяны Поповой Спарта попросту перестает забивать. Я с радостью отмечаю как Ольгу, так и Татьяну. Если вы внимательно посмотрите статистику, то увидите, что у них самый высокий коэффициент полезности – 30 и 28 соответственно. Так или иначе, но в третьем игровом отрезке борьба снова усилилась. Видновчанок вела вперед Ника Барич. Она, кстати, и стала самой результативной среди своих подруг. Девушка принесла команде 14 очков. Но, к сожалению, а может быть и к счастью, Ника не смогла соревноваться по меткости стрельбы, ну, например, с Даяной Турази или, скажем, с Альбой Торренс. Эти две артемиды отгружали, образно говоря, по полной программе. Под кольцом Спарты было очень жарко. Я считаю, что против такой сильной команды, как у ГМК, сегодня мы сыграли неплохо. Конечно же, у нас были слабые стороны, и тем не менее, встреча для Спарты удалась. Команда подсела физически, и накопились травмы, болезни и усталость игроков. Еще бы, до встречи с УГМК Спарта одержала 6 побед подряд. Да и к тому же восходящая звезда красно-черных Мария Вадеева заболела. И все-таки для огорчения у гостей имелись и другие причины. У нас 36% двухочковых. И что совсем не характерно для никакой команды, 2 из 6 штрафные броски. 6 – это очень мало. Количество и процент попадания 2 из 6, ну, никакой критики, конечно, не выдержит. Я думаю, что это накопившаяся усталость, и поэтому такое выступление сегодня. Концовочка противостояния, на наш взгляд, лисицам удалась. В четвертой четверти 23-10 в их пользу, ну и в конечном итоге 80-56. На сегодняшний день весьма неплохо. Мы бы отметили даже очень хорошо. Ну, если уж и были погрешности у наших, то, сами понимаете, оно ведь дело такое. Поправимое. Я уверен, что в ближайшее время мы выстроим свою игру и наладим все взаимоотношения на паркете. Спарта очень хорошая, молодая, амбициозная команда, такие характерные девчонки. Поэтому очень тяжело нам было, конечно, переломить вот этот вот какой-то ход игры в начале. Ну, справились, наверное, за счет опыта своего, за счет каких-то там взаимодействий более таких сыгранных. Ну, игра была непростая, несмотря на финальный счет. Да. И, наконец, о самых результативных девушках игры. Даяна Таурази – 21 очко, Альба Торренс – 17 и Сандрин Груда – 15. После игры со Спартой УГМК отправилась в Польшу. Там, в рамках группового этапа Евролиги, подопечные Олафа Ланге встречались с краковской Вислой. Встречались и одержали победу с результатом 66-56. На сегодняшний день УГМК – единственная команда, которая не потерпела пока ни одного поражения в розыгрыше Евролиги 2015. Ну и, естественно, наши девчонки уверенно возглавляют группу А. But
С 22 по 27 ноября в Екатеринбурге в школе имени Александра Канделя проходили финальные матчи зонального этапа первенства России среди девушек 2001 года рождения. В соревнованиях принимали участие 8 команд. В принципе, как и ожидалось, воспитанницы УГМК «Юниор» были вне конкуренции. Они одержали победы во всех матчах и даже установили рекорд. Девчонок из екатеринбургской школы номер 3 они выиграли со счетом 118-10. Берите пример, кто еще так не умеет. Ну а в главной игре турнира с результатом 53-38 подопечные Надежды Мариловой переиграли команду из Нижневартовска. В завершении всего юным лисицам вручили дипломы, а лучшим игроком стала наша Екатерина Зудина. Поздравляем Катю и всех ее подруг вместе с тренерским штабом. Мы заняли сегодня первое место, всех победив. Хотелось бы выделить девочек, которые участвуют первый раз младшего возраста 2002 года. Имели очень много игрового времени и смогли себя проявить. Вот так порадовалась Надежда Николаевна за своих подопечных. А продолжение соревнований с участием УГМК «Юниор» теперь уже на всероссийском уровне будет проходить в январе 2015 года. Удачи вам, девчонки! И в заключении важный анонс. 30 ноября, в воскресенье, главная команда клуба в ответном четвертьфинальном поединке Кубка России сыграет с новосибирским «Динамо» ГУВД. Встреча состоится во Дворце спорта УГМК в Верхней Пышме. Приходите и болейте за наших!